I'm Mikhail Safronov. Currently, I best live and work in Moscow, but sometimes I do the same in Bulgaria. Because Bulgaria is my motherland, while Russian is my fatherland. I frequently speak both languages, and the Bulgarian passport gave me the right and opportunity to work in Europe. My height is 183 centimeters. My agent is Tina Milevcic from GM Production. And some words in Russian. Что сказать по-русски? У меня за плечами около сотни сыгранных ролей и воплощенных на экране образов. Мне даже довелось поработать с вашим режиссером Люком Бессоном. Кроме того, я воспитываю молодое поколение своих юных коллег. Я являюсь основателем, сооснователем и совладельцем и художественным руководителем школы, студии «Дети кино» в Москве. А вот, собственно, логотип здесь. А мой агент Тина Милевчич из GM Production, рост 1,83 м. Сейчас я вам его и продемонстрирую. Just a moment. So, it's me, Mikhail Safronov. Thank you, and bye.